Я рад приветствовать вас на белорусской земле. Это замечательное время года. Весна всегда дарит положительные эмоции и надежду на обновление, перемены. Символично, что именно этот особенный период эмоционального подъема совпал с началом вашей миссии в нашей стране. Но у весны в Беларуси есть еще одно важное значение. Каждый год в мае мы чествуем ветеранов и празднуем очередную годовщину Великой Победы над фашизмом. Продолжением станет главный праздник белорусской государственности – День независимости. В этом году в июле исполняется 75 лет со дня освобождения Беларуси от нацизма. На этом историческом фундаменте мы почти три десятилетия строим суверенное белорусское государство. За относительно небольшое время наша страна добилась многого. Беларусь заняла достойное место на международной арене, обрела надежных союзников, партнеров. Убежден, что на белорусской земле вы будете чувствовать себя уверенно и в безопасности. Мы по праву гордимся тем, что у нас нет расовой дискриминации, отсутствуют распри и конфликты на национальной, религиозной почве. Наша страна славится своим гостеприимством. Мы открыты для дружественных и деловых взаимоотношений со всеми государствами. Уверен, вам будет комфортно осуществлять свои дипломатические функции, потому что основы нашей внешней политики – миролюбие, многовекторность, взвешенность, последовательность и предсказуемость. И те, кто разделяет эти подходы, кто приходит к нам с миром и добрыми намерениями, всегда найдут в Беларуси понимание и поддержку в реализации всех конструктивных планов и идей.